Всем привет! Несколько посылок пришли. То есть не пришли, а я пришел к почте на вот такие вот кейсики для не знаю каких телефонов. Забыл название. Вот такого плана. Ну, придут хозяева, которые заказали. Они сами посмотрят, для кого, для чего. Немножко помятый тут. Думаю, не будет проблемы. Если будут, откроем диспут. Посмотрим этот сзади уже по-другому. И кейс тут черный. Не помню, какой мы заказывали, но какой есть, такой есть. Потом заказывал я давно этот Блюбумая, да. И у соседа поломалось стекло тачскрин, то есть. И пришлось заказать. Для ремонта тачскрин. Сейчас посмотрим. Скотч, тут тоже небольшой скотчик, и сам белый тачскрин. Тут пленка защитная. Тут тоже что-то есть. Тут даже этот, как его, 3М есть, скотч. Поставленный. Только здесь нету. Или здесь тоже есть. Сейчас посмотрим. Да, есть. Ага. Супер, супер. Не надо ничего будет клеить. Отлично. Минимально возьму за ремонт. Так. И... продал я мой PlayStation, и эти люди, которые я им продал, говорят, давай купи еще джойстики побольше. Ну вот я и нашел. Бери больше, кидай дальше. Вот такие два джойстика, где-то $12. Без ничего, без названия, без просто джойстики. Вот так все.